более откровенно, чем других монастырей православных особенно. У нас очень важно это социальное деятельство. Мы работаем с людьми. 90% времени я занимаюсь так называемой ОВС. Международные связи, можно так называть. В интернете, Facebook, Instagram и так далее. Это Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, Сербия, США и Австралия. Поедем сейчас и Израиль. Тоже туда отправились сестер. Все жертвы, которые мы собираем за границей, мы это делаем на поддержку людьми. Но я нашла новую родину, по-другому не могу назвать. Если я поеду на поездку 2 недели, 3 недели, и уже хочется обратно домой, в Беларуси поехать, родной дом, новый родной дом. Какое-то такое нафталиновое, что ли? Или это не должно быть какое-то такое школьно вот это вот. Мама, на-на-на-на-на, наша мама самая лучшая, мамочки, мы вас любим, там, ты-ты-ты. Вот это, все это скукота, придумай смысл. Мы потом все это подобьем очень быстро. Нам нужно выстроить, о чем мы говорим. Вот что для тебя православная женщина? Красота православной женщины в чем для тебя заключается? Во всем, жертвенность. Во всем, такого не бывает. И конкретно давай. Да, о чем с вами говорить? Где вообще пришли? О чем вообще с вами говорить? Я человек образованный, да. Это не гордость какая-то, это просто данность, да, такая. То есть у меня есть образование, у меня есть какой-то опыт работы, у меня есть опыт жизни. Пусть он небольшой, но какой-то он есть. Когда люди начинают с тобой общаться, у них так раз, такие, вы точно монахиня? А мы думали, вот, потому что неправда это. Я же думала, вот я сейчас приду в монастырь, и будет там, буду я вот ходить молиться, значит, будет у меня вот служба, клирос, вот четочки, вот поклончики, и будет у меня там какой-нибудь, поставит меня чистить туалеты, потому что вот я, или там картошку чистить, и буду я молиться. Все не так. Ты приходишь в монастырь, Бог в каждого из нас заложил определенные таланты, определенные способности. И, конечно, мы эти таланты обязаны отдать Богу. Такая шикарная Голгофа. Это вот прям Пасха-припасха вообще. Это гениально. Оля, где ты? Этот центр, он создан для всех людей. То есть это не центр для того, чтобы сюда пришел, там, не знаю, какой-то церковный хор и спел там концерт, например, да? А это центр для того, чтобы сюда приходили абсолютно все люди. Они воплощают свои какие-то творческие задумки, воплощают себя в этом творчестве. Полный бред. Наташа мне сказала, что надо, чтобы они посохли там пару дней. Так они же маски сухие, на них же фотовыставка была. Откуда я? Пренебрежение есть, особенно с мужской половины, особенно с технической мужской половины, когда там начальник стройки такой. А, да что вы тут понимаете? Или там... В гараже приезжаешь ремонтировать машину. А ты что? Я говорю, слушайте, ребят, вот здесь, я считаю, что здесь надо тот и тот посмотреть. Картер, что? Вы знаете это слово? Потому что мало того, что женщина, еще и монах. Что она там может знать? А ты же как бы не сразу же пришел, там, родился монахом, да? Ты же какую-то жизнь, ты тоже жил в миру, и у тебя был какой-то опыт определенный. У тебя ж не переклинивает там память и не отстегивает какой-то кусок мозга, да, что все, ты забыл все на свете, и вот... Хотя очень многое забывается. Пойдемте на крышу сходим. Мать, ты куда? На крышу куда? На стройке там не то, что в монашестве они люди не погружены, они вообще ни во что не погружены. Они даже в такой культурный бэкграунд не погружены вообще. То есть, не то, что в культурный, но вообще, то есть это люди с другой планеты для меня.
Это адаптация еще почище вот этой профессиональной. Первый вход мой на послушание начинался с открытого санузла, в котором мог кто-то находиться. Потом со всех вот этих шортов, сигарет, трехэтажного вот этого вот лексики, вот этой вот, которую я никогда в жизни в своей не слышала. Но потом, когда все-таки я уже открыла, особенно вот рабочих людей для себя, вот, ну это действительно какие-то очень простые люди, какие-то, которые заслуживают очень большого уважения, потому что у них очень тяжелый труд. А те же люди, которые у нас трудятся, я им всегда говорю, если вы будете плохо как-то употреблять русский язык, то я вас заставлю читать там Федора Михайловича Достоевского, или будете мне стихи учить, пересказывать наизусть. Вот, ну, в общем-то, как-то будем бороться за вашу красоту речи. Я все время, вот когда смотрю на этот ковчег, да, вот не меньше, чем вы, удивляюсь. Я думаю, как вообще вот, как я, ну, столько, 10 лет практически я в этом послушании трудилась примерно над этим объектом, да. И уже когда в прошлом году мы вот открывали, даже вот эти люди, которые виды видали в своей жизни, не верят ни во что, и ни в кого, и ни в чего, даже они, прикасаясь к вот этому чуду, то есть они видели, что это чудо. То есть уже вот таким людям даже Господь явил, что это чудо. Что по-человечески это невозможно. Ни по технологиям, ни по финансам, ни по вообще, ни по каким вообще параметрам. По-человечески мне говорили, ты сумасшедший, что ну там, даже свои именитые. Но неважно. Мы же сумасшедшие, понимаете, мы же сумасшедшие. И это, в общем-то, вообще, да, да. Чтобы что-то делать, да, по-настоящему в церкви надо быть сумасшедшим немножко. Потому что эта логика нашего земная, она не вмещает все, не вмещает. Нет, нет, это слабо. Очень много есть таких закрытых монастырей. Это форма. Люди пытаются учиться молитве, то есть чтобы их ничего не отвлекало в молитве. Но сегодня, мне кажется, нужна помощь людям. Нужна скорая помощь, да, к душе. У нас за стенами нашего храма, Иоанна Шанхайского, находится огромный город, еще городок, где очень много корпусов, и там находится на лечении 2000 больных людей. 2000. А у человека что потеряно? Радость. То есть мы живем в мире, где теряем радость. Продаем свою радость в жизнь. И даже не замечаем. А потом не понимаем, что с нами происходит. Поэтому арт-студия «Благодатное небо» — это все-таки дать возможность человеку вернуть радость, понять, что с ним происходит, что с ним произошло, начинать понимать самого себя просто. Мы их мотивируем, чтобы сначала немножко, может, даже это копейки будут какие-то, ну, потому что пока человек обучится, его же надо обучить. Мне кажется, что люди, которые к нам попадают, они хотят уходить потом. На самом деле, и то, что нам Господь оставил на этой земле, это не свод каких-то законов, правил, запретных, скажем так. Творчество. Огромное творчество. Я совершенно говорю это с полной ответственностью. Это огромный кладезь вообще любви Божией, благодати. И когда мы его от себя отрезаем, мы очень ограниченными становимся. Наши детки в интернате, они инвалиды. И, конечно, когда я к ним только пришла, грустно было на них смотреть, скажем так. Наверное, в этом видела какое-то свое служение. Вот ты приезжаешь там из города, да, какое-то свое время тратишь. Но потихоньку, наверное, это стало как твоя какая-то семья. И в этих детях ты не видишь инвалидов. Ты видишь просто детей. Ну, и красивых детей, удивительных. Ну, у них очень много любви, доброты, искренности, вот, и то есть это уже для меня стало не служение, а скорее какое-то утешение там находиться, с этими детьми общаться. У нас зоопарк сделан такой маленький, контактный, садик, зоопарк, маленький кусочек рая, я бы так сказала, особенно когда там уже
а сейчас цветочки расцветут. И очень простые взаимоотношения и у детей между собой, и у животных. Понимаете? Конечно, там проще, чем с людьми в каком-то смысле, с обычными. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Как Петр, я в море утопаю, в волнах житейской суеты. Как он и я к тебе взываю, наставниче, спаси, спаси. Ты всемогущ, тебе возможно и словом бурю укрощать, и по волнам ходить невлажно, и словом бурю укрощать. Есть человеческий, простой, мирской взгляд на подворье, а есть Божий. Если смотрите на это хорошими глазами, это место удивительных чудес, удивительного действия Бога на нас немощных и грешных. А я по-человечески можно сказать, да, там какие-то алкаши собрались, там какие-то... Некоторые сидели в тюрьмах долго, некоторые бомжовали долго, да, на улице жили без ничего, да. Они тут обретают какую-то более-менее стабильность, да, скажем. Потом бывает, что иногда мы вознаграждаем денежно, чтобы они чувствовали себя людям. Это как трудотерапия, только на этом уровне. Они работают сколько смогут, они просто не привыкшие. Один из них сказал когда-то батюшке: «Батя, что вы хотите от меня? Я этот тяжелее румки в жизни никогда ничего не поднял». Мой друг Сережа, мы вместе, когда он у нас молитвенник, и когда у нас с коровами что-то со здоровьем не так, я немножко здоровье коров тоже контролирую, то Сережа становится со мной на молитву, и коровы восстают из мертвых иногда. Они привыкли не быть ничьим, знаете? Они привыкли быть одинокие, быть отброшены от общества, от семьи. Бывают страшные моменты, где ты видишь, человек упокоился, и мы опеваем человека в храме. Никто из родственников не приезжает, понимаете? Никто. Я прихожу из такой среды, в Черной Горе, у нас традиционная среда. Там и кто знает, и кто родственника знает, они все приходят. А тут, представляете, эти люди, оказывается, их уже списали с жизни, свои даже родственники, при жизни. Мы же очень гордые люди, знаете, мы думаем, что это место, что мы должны их научить там молиться, не пить, не употреблять ничего, что они должны быть там хорошие, добрые, милые, пушистые. Но нет. Это место, где, знаете, где мы должны смириться над большой любви Бога, которая дает большое время, терпеливо ждет, чтобы один из них спас. Потом еще кто-то. И знаете, это не для нас. Мы должны служить им, а не они нам. Как вам сказать? Многие люди думают, что они должны отработать, вот они должны отработать это свое там пропитание, то, что живут тут. Ну, это ерунда. А они все-таки прежде всего должны чувствовать себя тут, что они у Бога милые детки, любимые детки. Первое время, конечно, у меня была борьба с другим, с эстетикой. Я эстет. Мне всегда нравилось, чтобы люди были красивы, чтобы все было такое красивое, милое, приятное. А тут, конечно, не совсем милые и приятные внешности люди, да? И я им потом признавалась, что я из эстета перехожу в этика. Этика. Надо внутреннее содержание. Я их смотрю в глаза, и для меня это уже все внешние недостачи, они стираются. Thank you.
Это вообще была идея батюшки, школу создать православную при монастыре. Не просто вот как воскресная школа, один день они пришли, что-то услышали о Боге, помолились, у них прошли какие-то занятия, чтобы это было, ну, их жизнь постоянной. Я сама даже себя помню, вот когда ты приходила из мира в монастырь, ты вот видела вот это небо и землю. То есть когда ты приходила в монастырь, чувствовал, что ну, здесь другая какая-то жизнь, другой воздух, другая, ну, другое все. Учителя часто также делятся, что вот, ну, я попала ну, в какой-то другой, наверное, какой-то мир, и очень большая разница у них есть, вот что они шли там себя на работу в школе где-то, да, в городе, как они приходят сюда, радостью идут сюда, такой какой-то, наверное, ну, вдохновением, с такой свободой больше. Я должен хотеть развиваться и более узко я смотрю, надо смотреть более широко, надо смотреть более глубоко. И я готов меняться, да. Я хочу меняться и учиться, и хочу становиться верующим по-настоящему человеком, потому что вера слабая, все слабое. Хочется, знаете, сказать, вы слушайте, идите вы отсюда, не морочите мне голову. Нельзя. Дорогие сестры, давайте подумаем, как нам жить дальше. Ну, такая вот, знаете, ежедневная, такой тренинг душевно-телесный, он держит пока на плаву. Были мы с матушкой, с матерью Анастасией у митрополита. Завтра у нас будет постриг. Конечно, для нас это всегда испытание. Очень долго будет умирать этот ветхий человек, который будет цепляться за все, чтобы остаться и чтобы отомстить. Грех будет ждать своего часа, да, чтобы вот сейчас благодать меня накроет, да, и я, окрыленный, начну жить по-новому, а потом грех возьмет в свое. Будут завтра отчасти умирать. И вот в этой борьбе за нового человека мы должны все быть вместе. Самое тяжелое в монастыре – это любить друг друга, кто живет в монастыре, понимаете? Потому что хорошо любить на расстоянии. Пришли здесь – ой, матушка, какие вы, ой, какие вы хорошие. А вот когда ты в келье сидишь, живешь годами, ты видишь все немощи своего и ближнего. Есть разные вещи, не только хорошие. И вот надо человека принять, понять, пожалеть и в конечном счете полюбить. Вот это было бы все. Больше ничего не надо.
Вообще, в принципе, я думаю, что общее сложившееся такое понимание о монашестве, ну, в монастырь идут те, которые не сложились в жизни, те, которые там не устроились, у тех, у которых есть какие-то психологические травмы, проблемы, и они ушли от мира сего в монастырь для того, чтобы заглушить какие-то свои внутренние проблемы. Неправда. Такого быть не может. Ты не выживешь здесь и месяца в монастыре, потому что здесь такая колоссальная нагрузка и интеллектуальная, и физическая, и психологическая, и духовная, что человек, который придет сюда убежать от мира, он не сможет здесь пребывать ни минуты. Это не значит, что ты людей бросил, оторвался от них. Ты все равно с ними. Они сюда, ну, многие приезжают, и многие прихожанами стали монастыря, и мы до сих пор встречаемся. Вот. Но это другая радость, это другой состав. В монастыре очень интересная жизнь, вы знаете. И я вижу по другим сестрам, вот приходят люди, и Господь каждому дает такое дело, в котором человек раскрывается. И я думаю, что большинство сестер, если бы так вот остались жить в миру, они бы не узнали о том, что у них есть такие способности, правда. Как-то Господь, Он же сам и дает таланты, Он же сам дает возможность их раскрыть и послужить этими талантами людям. Вот иногда, ну, приходят такие мысли, что вот что бы было, если бы вот не было монастыря. Ну, ты не можешь себе это представить, сколько людей, сколько вот судеб касается вот этого места. Ну, это Божье такое чудо, наверное, для Минска, для нашей земли вообще, что такое случилось вообще. Потому что, ну, действительно, здесь есть благодать. Я бы хотела, чтобы наша святая Елисавета не стеснялась меня, так как я очень стесняюсь ей, честно. Я стесняюсь, потому что я точно знаю, что я недостойна этого монастыря, недостойна служения, такого доверия, которое Бог тебе дал. И стесняюсь того, что... чтобы я ее не предала на этом пути, так как она меня, я так верую, выбрала покровительство. Люди, разные люди, обыкновенные люди, которые пришли служить Богу, у которых собрал Бог для того, чтобы они стали Христовым воинством. Ведь каждый христианин – это воин. Он воюет самим собой, с грехом в себе, с дьяволом и с этим миром, который лежит во зле. Thank you.